Дорогие учителя, дорогие ребята и родители, Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» благодарит вас за то, что вы в очередной раз поучаствовали в нашей акции «Дети вместо цветов» и начали новый учебный год с очень важного, доброго дела. Благодаря вашей помощи в течение всего года мы сможем поддерживать детей с тяжелой инвалидностью, которые проживают в Павловском детском доме-интернате, и также тех детей, которые воспитываются в семьях. И в частности, детей, которые посещают тот центр дневного пребывания, где я сейчас нахожусь. И именно благодаря вашей поддержке мы сможем подготовить этих детей, детей с особенностями развития, к школе. Я благодарю каждого из вас за то, что вы продолжаете оставаться нашими верными друзьями. И я желаю в новом учебном году вам успехов. И пусть все невзгоды уйдут прочь. И мы с вами через какое-то время, я уверена, сможем встретиться уже не через камеру, а лично. И поговорить о важных вопросах, о важных проблемах и ответить на все ваши вопросы, которые связаны с нашей деятельностью, с нашей работой. До новых встреч! Я очень надеюсь, что наша встреча случится очень скоро. Спасибо вам!